индийский или азиатский лев – одно из самых редких животных нашей планеты. Около 200 этих зверей живут в индийском заповеднике Гирский лес. Даже в зоопарке нечасто можно встретить этих удивительных кошек. Так же, как и африканские цари зверей, индийские львы предпочитают жить группами, правда, не столь многочисленными. Обычно семья состоит из одного самца и 3-5 львиц. Кости и рисунки львов были обнаружены учеными в гротах Западной Европы. Вероятно, эти кошки дожили здесь до последнего оледенения. В Греции, Турции и на Восточном Кавказе льва можно было встретить в X и даже в XII веке. В нашей стране останки азиатских львов были обнаружены под Одессой. А согласно летописям, два киевских князя, оба Владимира, Владимир Великий и Владимир Мономах, даже вступали в единоборство со львом. Вероятно, охота сильно сказалась на численности львов. Так, в 1867 году герцог Кларенс за год убил 300 индийских львов, причем половину из них в окрестностях Дели. Сегодня в этих местах львы вообще не встречаются. А в 1880 году, за время только одной из королевских охот, в окрестностях Гирского леса было убито 200 львов. 200 за одну охоту. Ровно столько же этих кошек сегодня осталось в природе.